Город почистили. Вот, оказывается, куда делся весь снег. На улице Садовой появились горы. Как оказалось, снежные горы на Садовой появились не случайно, а даже специально. По-другому очистить улицу от залежи снега было невозможно. В силу погодных обстоятельств его накопилось слишком много, поэтому подрядной организации «Экотрансвидное» пришлось скидывать его с тротуара на проезжую часть. Так хорошо убирают улицы, расчищают. Я горжусь своим городом, все время улицы. И вот, а сейчас вот они собрали, потому что все растаяло, вот они собрали вот эти кучи. К концу дня на улице Садовой не должно остаться и намека на снежные завалы. Все работы будут завершены к вечеру. Следующая на очереди улица Школьная. Так что, водители, ищите пути объезда. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Видное ТВ.